Сегодня в День благодарности сотрудники гражданской обороны провели масштабное мероприятие. Ведь сегодня также отмечается День гражданской обороны Республики Казахстан. К знаменательной дате сотрудники ЧС собрали жителей на открытой площадке и презентовали инновационные технологии в области обороны. Школьникам и студентам были продемонстрированы новые агрегаты, применяемые в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, на практике показали способы самопомощи при пожаре, рассказали и об оказании первой помощи. Также было испытано новое оборудование для спасения людей, попавших в ловушку на большой высоте. По мнению экспертов, жители из года в год приучаются к культуре соблюдения мер безопасности. Основная цель этого мероприятия – привлечь внимание населения, чтобы каждый мог правильно вести себя во время какой-либо чрезвычайной ситуации и ознакомиться с методом оказания помощи другим. В 2023 году за счет местного бюджета к нам через лизинг поступило около 40 единиц техники.